Водитель по имени Клайд Комптон однажды ехал с работы домой. За окном была сильная метель. Еще издалека внимание мужчины привлекло какое-то черное пятно. Было похоже, что на обочине лежит чья-то одежда или кусок тряпья. Но приблизившись, Клайд понял, что это живое существо. Точнее, целых три маленьких черных котенка. Видимо, какой-то нелюдь выбросил малышей, обрекая их на страшную смерть от холода. Комптон, недолго думая, подъехал к брошенным животным и забрал их в свой автомобиль. Котята были в плохом состоянии, они были покрыты снегом и льдом. Мужчина укутал малышей в свою теплую одежду, а затем позвонил домой жене. Клайд сообщил о находке и попросил подготовить к его приезду все необходимое для помощи котятам. Следует отметить, что супруги Комптон уже неоднократно спасали разных животных от гибели. В доме у них живут две собаки и два кота. Все они также попали к Комптонам с улицы. Поэтому, когда Клайд приехал, все для котят было готово. После того, как котят обогрели, напоили и накормили, Клайд отвез их в ветеринарную клинику. Маленьким усатикам прописали лекарства от гриппа. После обследования мужчина забрал животных к себе. Дома для них он выделил целую комнату. За котятами сейчас ухаживает супруга Клайда. Как только малыши поправятся, Комптоны начнут искать для животных любящих хозяев.